что я уже видел, что наши зрители начинают танцевать потихонечку, поэтому давайте это небольшое время предоставим нашему диджею, и она растанцует наши сегодняшние мелодии. Так завершилась вторая партия, 25-21.
впереди Зенит Казань! Безусловно, здесь не было славы команд, потому что, ну, здесь действительно 4 сильнейших, Белогория, Айскей и прочих, Факин, вылеты, а в финале вот именно эта четверка.